Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Fold 6. И сейчас я покажу вам, как выйти из режима Recovery. Итак, в режиме Recovery мы передвигаемся, используя кнопочки питания, делаем выбор из... Вернее, передвигаемся, используя кнопочки громкости, делаем выбор, используя кнопочку питания. И выбираем Reboot System Now. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.